the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands. Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами как обычно я Лёплэй, и сегодня я вас должен поблагодарить о том, что на нашем канале уже 65 подписчиков, и теперь моя цель это 70, и сейчас вы должны прямо сейчас подписаться на канал, поставить царский лайк и так далее, вы это все знаете. А сейчас на нашем видео по Brawl Stars, которое вышло недавно, 16 часов назад или 17, ну в общем... Это очень-очень здорово, потому что там уже 9 лайков. И это для меня рекорд. И сейчас будут сраться два питомца. А специальный питомец против легендарного питомца. И оба они желтенькие. И сейчас наступает ночь. Под закат мы начинаем эту легендарную битву. И сейчас зомби. Много зомби попытаются одолеть питомца солнца. И я вам сейчас покажу, что... происходит, когда питомец солнца делает это, и оно делает как-то вот так вот, и тогда все летает у вас в воздухе, да, и это может для кого-то выглядеть жутко, потому что сейчас наступает ночь, а зомби горят, и как раз таки питомец солнца прямо до конца пытается победить. А питомец банан, какая же у него сила? Давайте посмотрим. Ну, достаточно нормальная. Этот питомец банан удел его за сколько ударов? Раз. Два. За два удара. Баллы даются обоим питомцам. Это достаточно круто. А сейчас бонусный им второй раунд. Насколько сильно могут быть настолько мобы, что они могут... победить циклопа. Ну, первый банан. Но поскольку циклоп очень сильный существо, и он дает очень достаточно много урона, за несколько ударов смог почти все сломать. И если вы вдруг используете здесь такого питомца, ну, питомца солнца, то у вас все просто... взлетает, разрывается в воздухе, как-то все просто летает. Это питомец бога какой-то. И также питомец банан с этим лучше справляется, так как поскольку даже после этого можно так сказать, питомец банан сильнее в разрушительной силе легендарного питомца. И также вам будут давать ачивку и глаз циклопа. Да, вот такой вот он глазик. И сейчас я вам скажу то, что это прям для питомца солнца это провал. Да, это так. 2-1. Питомец банан уделывает питомца солнца. Как бы это странно не звучало. А теперь... сколько питомец банан уделает... ничего себе. Вот это да. И плюс он издает какие-то прикольные звуки. А теперь питомец солнца. За сколько он победит 5 зомби со своей разрушительной силой, типа. Итак, ну насколько мы видим, ничего особенного не происходит. Да, мы так уже видели... но все равно это выглядит так странно, что я не могу объяснить как. Ау. Ау. Ну, питомец банан берет 3-й балл, да, удивительно, очень. И теперь, насколько они способны победить дракона настоящего, то есть... а, насколько они способны победить слона, у которого 55 жизней. Да, это не живодерство, это же просто Майнкрафт. О боже. 55 хп просто снеслись как травушкой. Муравушкой. А за сколько они теперь победят нашего прошлого союзника, то есть? За сколько они победят Эндермена? Ну, достаточно быстро они его победили. Ну, питомец банан, тут он получает даже неизвестно сколько баллов. А питомец солнца, что ты делаешь? Ну, он сносит всего лишь по одному хп. И
даже несколько зомби взлетают. Но это уже, возможно, даже плюс один балл солнцу. Да, плюс один балл этому солнцу. А, хотя только половина балла. Ты согласен, слоник? А за сколько солнце уделывает эндермена и вместе с зомби? И вместе с этим. Даже два эндермена? Ого! Много самец солнца, это... Вау! Отойди от меня, слон! А, они же за мной, что ли? Они за мной. Ну, питомец, так сказать, солнце, он такой вот живучий слон. Да. А? А, да, вспомнил. В общем, отдаем один балл солнцу. И побеждает у нас, к моему удивлению, бананчик. Я очень рад, что солнце просто уделывает практически всех. Но тут бананчик прям ворвался вперед. И я очень рад этому событию, потому что бананчик наконец-таки выиграл солнышко. И это чудо. Всем спасибо за просмотр. Всем до встречи. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем до встречи. И пока.